Mulani Runani Anushantatani Anusantatani Karmanubandini Karmanubandini Manushyaloke Manushyaloke Adas Chordvam Prasritas Tasya Saka Adas Chordvam Prasritas Tasya Saka Guna Pravridha Vishaya Pravalaya Guna Pravridha Vishaya Pravala Adascha Mulani Anushantatani Adascha Mulani Anusantatani Karmanu Bandini Manushyaloke Karmanu Bandini Manushyaloke Adaschordvam Prapritastasya Saka Adaschordvam Prasritastasya Saka Guna Pravridha Vishaya Pravalaya Adascha Mulani Anushantatani Adascha Mulani Anusantatani Karmanu Bandini Manushyaloke Adaschordvam Prapritastasya Saka Guna Pravridha Vishaya Pravalaya Adascha Mulani Anushantatani Adascha Mulani Anusantatani Karmanu Bandini Manushyaloke Karmanu Bandini Manushyaloke Adascha Mulani Marriages. Адхах, вниз, ча, и, урдвам, вверх, прасритах, простирающиеся, тасья, его, шакхах, ветви, гуна, гунами материальной природы, правридах, питаемые, вишая, объекты чувств, провалах, побеги, адах, вниз, ча, и, мулани, корни, анусантатани, распространяющиеся, карма, с деятельностью. Анубандини. Анубандини. Связанные. Связанные. Манушьялоке. Манушьялоке.
в мире людей. Перевод. Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его побеги – это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей. Комментарий. В данном стихе Кришна продолжает описывать баньяновое дерево. В его нижней части находятся все живые существа разнообразных видов и форм. Люди, животные, лошади, коровы, собаки, кошки и так далее. Все они занимают нижние ветви баньянового дерева, а на его верхних ветвях располагаются живые существа более высокого уровня. Это полубоги, гандхарвы и многие другие. Как обыкновенное дерево питается водой, так и дерево материальной жизни питает три гуны материальной природы. Можно видеть, как земля из-за недостатка воды превращается в пустыню, и наоборот, напоенная водой, она покрывается пышной растительностью. Аналогичным образом, в тех местах, где преобладают определенные гуны природы, появляются соответствующие им виды жизни. Побеги этого дерева – это объекты чувств. В зависимости от влияния материальных гун, живые существа получают различные органы чувств, с помощью которых они могут наслаждаться разнообразными объектами чувств. В конце ветвей баньянового дерева – это органы чувств, уши, нос, глаза и так далее, которые хотят наслаждаться различными объектами чувств. А его побеги – объекты чувств – это звук, форма, касание и так далее. Его воздушные корни – это различные проявления привязанности и неприязни, порожденные страданиями и наслаждениями, которыми нам довелось испытать. Склонности к благочестивой и греховной деятельности – это вторичные корни, растущие во всех направлениях. Главный корень этого дерева находится на Брахмалоке, а все прочие корни – на планетах, населенных людьми. Насладившись результатами благочестивой деятельности на высших планетах материальной вселенной, живое существо возвращается на Землю и начинает вновь заниматься кармической деятельностью, чтобы снова подняться на высшие планеты. Нашу планету, населенную людьми, называют поэтому полем деятельности. Ом агьяна тмарандасья гьянанджана шалакая чаксур милитаньена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобистам стапитам йена бутале Swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam Bandeham shri guru shri yata padakamalam Shri kurun vaishnavamscha Shri rupam sakrajatam sahagana raganathan vitam tam sajevam Sadvaitam savadutam parjana sahitam Krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padan sahagana lalita Shri vishaka nitamscha He Krishna karana sindhu dhinabandhu jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Chapter 14, Lord Krishna was discussing the three modes of material nature. В предыдущей 14 главе Кришна затрагивал тему, связанную с тремя гунами материальной природы. And at that time Lord Krishna described that the process to get free of the modes of material nature is by engaging in bhakti yoga. И Кришна говорил о том, что процесс, ведущий к освобождению от трех гун материальной природы, это практика бхакти-йоги. So Srila Prabhupada relates chapter 15
to this point that bhakti yoga is very important. И Прабхупада здесь в 15 главе в этих стихах говорит о том, что практика бхакти йоги очень важна. And we should understand bhakti yoga from the Vedic scriptures. И мы должны получить понимание процесса бхакти йоги из ведических писаний. So then chapter 15 begins by describing how this material world is like a reflection of the real world. И здесь в 15 главе описывается материальный мир как отражение подлинного духовного мира. Also at the end of chapter 14, Lord Krishna described that he is the basis of the impersonal Brahman. А в предыдущей 14 главе Кришна говорил о том, что он является основой или источником безличного Брахмана. And the material world is a manifestation from the impersonal Brahman. А материальный мир же является проявлением этого безличного аспекта или безличного Брахмана. And Lord Krishna is comparing this material world to the reflection of a real tree. И Кришна сравнивает материальный мир с отражением истинной реальности. He explains that there is a tree with its roots up and its branches down. Итак, здесь описывается мир, сравнивая его с деревом, корни которого движутся во все направления. So this type of tree, this is what we would call the banyan tree. Итак, это баньяновое дерево. Right, that the branches go into the ground. Ветви которого направлены вниз. But Lord Krishna also explains that you will see this tree in the reflection of a real tree. Итак, Кришна объясняет, что подобное дерево баньян, оно является своего рода отражением настоящего дерева. When the tree is reflected on the water, then it appears that the root is up and the branches are down. И если мы посмотрим на отражение дерева в воде, то мы увидим, что его ветви направлены как бы вниз, а корни вверх. So the purpose of the Vedic literature is to help us to get free from this tree. Итак, цель ведической литературы состоит в том, чтобы в конце концов преодолеть влияние этого мира, который сравнивают с деревом. This tree is described that nobody knows where it ends or where it begins. Итак, это дерево приводит нас к выводу о том, что никто не знает, где оно начинается и где оно заканчивается. There's a banyan tree in the Calcutta Botanical Garden. А в Калькутте в ботаническом саду есть одно известное дерево баньян. And it is 1 mile wide. Оно шириной в 1 милю. And there are many branches into the ground. И у него множество и множество разных ветвей. Nobody knows where it begins and hard to find where it ends. И никто не может понять, откуда же оно произрастает и где его окончание. So the material world is like this. И материальный мир подобен этому. That we are finding our pleasure in the reflection of the real world. То, где мы черпаем наслаждение, является в действительности отражением. You see the reflection of an object. А мы видим всего лишь некое отражение предметов. Can you embrace it? Разве его можно обнять? Can you enjoy the reflection? Можно ли в действительности насладиться лишь отражением? We will give you the reflection of a pizza. Мы подарим вам отражение пиццы. Can you enjoy the reflection? Сможете ли вы насладиться подобным отражением? Of course, we cannot enjoy the reflection of the object. We want the real object. Конечно же, никто не может насладиться лишь отражением. Нам необходим сам предмет. Шрила Прабхупада said, just like if I were to take you by the feet and hold you by the feet up. So you're hanging down and I'm holding your 2 feet up. I'm holding on to your 2 legs and you're upside down. Will you be comfortable? Прабхупада приводит пример, если вас возьмут за 2 ноги и поднимут вверх, вниз головой, сможете ли вы, находясь в таком положении, наслаждаться? You know, you'll be screaming, put me down, let me stand up.
Вы будете кричать: «Отпустите меня, поставьте меня на ноги назад на место». This is our situation in the material world. Именно таково наше положение сейчас в материальном мире. We are embracing the reflection of reality. А мы фактически обнимаем некое отражение подлинной реальности. And because we're trying to enjoy this reflection, that's why we find so many difficulties and so much disappointment. И поскольку мы пытаемся насладиться ничем иным, как лишь отражением, именно поэтому мы сталкиваемся с многочисленными трудностями и страданиями. It's not wrong to want to enjoy. В этом нет ничего плохого, чтобы наслаждаться, или неправильного. It is the nature of the soul to be happy, to be joyful. Такова природа души — быть исполненной счастья, стремиться к наслаждению. By nature, the soul is anandamaya bayasat, eternally full of bliss and knowledge. По своей природе душа исполнена блаженства. But we make the mistake of trying to find pleasure in the illusion or in the reflection. Однако ошибка, которую совершаем мы, состоит в том, что мы пытаемся обрести это счастье, ища его в мире иллюзии, который подобен отражению. We are looking for pleasure where there is no real pleasure. Мы ищем счастье там, где его в действительности нет. The real pleasure is in the real object. Однако настоящее подлинное счастье находится в настоящих предметах. In order to find the real object, we have to get free from the reflection. И вот теперь, чтобы обратиться уже к самому предмету, мы должны отвернуться от его отражения. So Lord Krishna is describing in this verse the nature of this tree of the material world. Так, в этом стихе Кришна описывает природу или особенности этого дерева материального мира. He is explaining how different positions on the tree are occupied by different species of life. И он описывает, что различные виды живых существ занимают различные положения на ветвях этого дерева. In the previous chapter, chapter 14, the modes of material nature were discussed, and the mode of goodness was distinguished between the mode of passion and ignorance. Итак, в предыдущей главе говорилось о трех гунах природы, и Кришна здесь показывает, что гуна благости, она географически отделена от страсти и невежества. The mode of goodness is certainly superior to the modes of passion and ignorance. Несомненно, гуна благости превосходит по своему расположению на этом дереве места гун страсти и невежества. And similarly, those situated higher in the tree are certainly superior to those situated lower in the tree. И, конечно же, те, кто находится на более верхних, высших ветвях этого дерева, занимают более высокое положение, чем остальные. In the lower regions of the tree, you find the animal species of life. На нижних ветвях этого дерева мы встречаем низшие формы жизни. You find the residents of the lower planets. Это обитатели низших планетных систем. And on the higher regions of the tree, you have those situated higher in the universe, in the heavenly planets. А верхние же ветви этого дерева служат местом обитания тех, кто находится на высших планетах Вселенной. So each and every living entity is endowed with a particular set of senses. Итак, у каждого живого существа есть свой набор чувств. And with our different senses, we enjoy the sense objects. Итак, если у нас есть чувства, это означает, что мы можем тогда наслаждаться объектами чувств. The sense objects are compared to the twigs on the tree. И эти объекты чувств сравниваются здесь с побегами этого дерева. The sense objects means the sense of smell, touch, sight, sound, touch, sight, smell, and then what else? Sound, touch, form. Sight, smell, form. Здесь говорится, что его побеги, объекты чувств, это звук, форма, касание. So in this way, each living entity is enjoying the senses. For example,
the fish likes to enjoy its tongue. Итак, каждое живое существо обретает наслаждение через свои чувства. И, к примеру, рыба обретает получает наслаждение через свой язык. We see how people like to go fishing, and they will take some food. They will put some food on a hook, and they will put the hook in the water with the food on the end, and the fish will be caught on that hook. Мы видим, как люди ходят на рыбалку, они берут леску, крючок, наконец наживляют какую-то пищу и забрасывают эту воду, и рыба, в конце концов, заглатывая, попадается на этот крючок. So because the fish cannot control its tongue, it is caught. Итак, поскольку рыба не может контролировать свой язык, поэтому она попадается на крючок. In the same way, when people go hunting for deer, the deer can run fast, but the hunter often use some musical instrument like a flute, and they will vibrate the sound of the flute. And when the deer hears the sound of the flute, then the deer is stunned and will stand still. Другой пример. Некоторые люди отправляются на охоту, они ловят оленей. И олени, с одной стороны, очень быстрые, их невозможно догнать. Однако на какие ухищрения они идут? Этот охотник берет в руки флейту и начинает играть. И звук вибрации этой флейты привлекает слух этого оленя, и он останавливается и замирает на какой-то момент. And when the deer is still, then the hunter can shoot the deer. И в тот момент, когда олень останавливается и замирает, охотник стреляет в него. So the deer is a victim due to its own ears. Итак, олень является жертвой своего собственного чувства слуха. An elephant becomes victimized by its power of smell. А что касается слона, то он становится жертвой такого чувства, как запах, обоняние. When they want to capture an elephant, they will bring another elephant. Если вы хотите поймать одного слона, то вам нужно привести с собой второго слона. And they will build a big hole next to the elephant. И между этими двумя слонами должна быть организована большая яма. And then the other elephants in the forest, they can smell this one elephant, and so naturally they're attracted. They come and look for a friend. Итак, этот слон, находящийся в лесу, почувствует запах другого слона или слонихи, и он непременно захочет подойти к ней, чтобы познакомиться. Elephants, like everyone else, they like company. Слоны любят группироваться в стаи, в стада, поэтому они непременно подходят друг к другу. In Mayapur, for some time, there was one elephant, so it was all alone. And when they brought another elephant, it was so happy. В Майпуре в течение долгого времени у нас был всего лишь один слон там, один одинешенек, но потом преданные завели еще второго слона, и они сразу стали очень счастливы. You know, they're also living entities. They're also souls. They're also beings, just like us. Они тоже живые существа, это воплощенные души, и они любят компании, подобно. But they become caught because of the attraction of another elephant. Однако этот слон в конце концов попадает в ловушку вследствие своего влечения к другому слону. Because of the sense of smell, they were caught. Итак, его чувство обоняния в конце концов приводит его в эту яму. There's an insect. It's a firefly, a fly, and it's very attracted to the bright light. And whenever there's a fire, then the firefly will fly right into the fire. Другой пример связан с светлячком, который всегда устремляется на свет, на какую-то горящую лампаду. Это то, что влечет его. So because it's attracted by the bright light, it's burned. И вследствие того, что его привлекает вот этот яркий свет, он в конце концов сгорает в лампаде. So we're giving these examples of different animals, different insects, creatures, how they're defeated, how they're put into difficulty because of one particular sense. Итак, мы с вами приводим эти примеры различных насекомых, животных и других живых существ, влекомых за своими чувствами, чтобы увидеть, как
желание или стремление к наслаждению в конце концов приводит нас в такое сложное положение. And this applies to us also in the human form of life, that we have five senses, and they're all putting us into difficulty. Все это также актуально для нас с вами. У нас есть пять различных органов чувств, которые могут создать точно те же самые трудности. Our tongue is demanding to taste some nice object. Наш язык постоянно требует каких-то новых вкусов. The eyes also look for the beautiful thing to enjoy. Наши глаза ищут какую-то красоту вокруг, чтобы насладиться ею. We want to experience the touch, the nice things. Мы хотим получить опыт касания приятных вещей. All the five senses are demanding attention. Все пять чувств постоянно требуют к себе внимания. Prabhupada said, just like if a man has five wives. Prabhupada приводит пример. Это подобно тому, как у мужчины есть пять жен. Or if a woman has five children. Либо если у женщины есть пять детей. Each child is saying, "Mommy, I want this, I want that, I want to go here, take me there." И каждый ребенок треплет свою мать, говорит, я хочу этого, я хочу то, пожалуйста, сделай это. Very difficult. Очень сложно в такой ситуации. In the same way, we are struggling with our mind and senses. Точно таким же образом мы ведем нашу борьбу с нашим умом и чувствами. We are trying to enjoy the senses in this material world, which is not the real world. Мы пытаемся насладиться через наши чувства этим материальным миром, его предметами, однако он не является истинным миром. We are trying to enjoy the illusion. Фактически мы пытаемся насладиться иллюзией. And of course, we're always disappointed. We can never find real happiness there. И, конечно же, идя таким путем, мы всегда будем разочарованы и никогда не будем счастливы. Therefore, in this chapter, Lord Krishna is explaining how we can get free from this tree. Поэтому в этой главе в целом Кришна описывает, как мы можем освободиться от влияния этого мира, подобного дереву. Just like if you were in this tree, you need some sharp knife to cut your way out. К примеру, если вы оказались в зарослях такого большого дерева, вам необходим острый нож, чтобы прорезать себе проход. In the same way, we need the weapon of knowledge. Таким же образом нам необходимо оружие знания. And that weapon has to be sharpened along with detachment. И это оружие должно быть заточено инструментом непривязанности. By cultivating proper knowledge of this tree, of this illusion of the tree, then we can get free from the material world. Итак, развивая глубокое знание о иллюзорной природе этого дерева, мы в конце концов сможем его преодолеть. We can get free of the wheel of birth and death. Мы сможем в конце концов вырваться из этого колеса рождения и смерти. In this way, Lord Krishna is describing the material world just to be the reflection. Итак, Кришна еще раз описывает этот мир, который является всего лишь отражением. Don't try and be happy in this material world. We'll never be successful. Поэтому не пытайтесь быть, искать счастье в этом мире. Это никогда не приведет к успеху. Prabhupada quotes one poet, Vidyapati. А Прабхупада приводит цитату, цитирует одного поэта, Vidyapati. He says, the illusion of happiness in family life and with society and friends is just like a drop of water in the desert. Он говорит, что вот это вот иллюзорное, мимолетное счастье, получаемое из отношений с родственниками, друзьями и так далее, подобно лишь капле воды в пустыне. Just like if we are in the middle of some desert and you're very thirsty, you want some, you have no water, and someone gives you one drop. К примеру, представьте, что вы оказались в пустыне, и там совершенно нет воды, и тут человек предлагает вам всего лишь одну капельку. Maybe you have experience, maybe you fasted on Ekadasi. Возможно, вы получали такой опыт, когда постились на Экадаши, на сухую.
Maybe some people like to do Nirjal Ekadasi. Возможно, кто-то из вас следовал Нирджала Экадаши, сухому посту. So, when you're doing Nirjal Ekadasi, you may also be doing Arti and you may take Akshman. А когда преданные следуют Нирджала Экадашу, возможно, он совершает Арати и принимает Ачаман, каплю воды. So you sip three drops of water. Необходимо три капли воды вот так выпить. Does it satisfy your thirst? Скажите, это удовлетворяет вашу жажду? Does it make the fasting any easier? Делает ли ваш этот сухой пост чуточку легче? Or you take Charanamrita, you take a drop of Charanamrita. Например, мы принимаем Чаранамриту, это всего лишь несколько капель. Does it help the fasting? Does it make it easier? Скажите, это помогает, облегчает этот тяжелый пост? No, this is, so this way Vidyapati compares the happiness of the material world. Итак, этот поэт Vidyapati сравнивает счастье, которое мы находим в этом мире, вот с таким примером. It's just a drop of water in the desert. Это всего лишь капля воды в пустыне. But there is real happiness, but we have to know where to find it. Однако настоящее счастье все же существует, но мы должны знать, где его искать. The example of, is given of the in the Himalayan mountains. There's a musk deer. There's a special type of deer, and within the body of that deer there is this perfume musk. Приводится пример с мускусным оленем, который обитает в высокогорьях Гималаев, и у этого мускусного оленя из его собственного живота, из особой железы исходит вот этот приятный запах. Musk is a very fragrant, very special perfume, very attractive. Этот мускусный олень излучает очень такой пахучий, приятный запах, который используется также в парфюмерии. And that deer carries these pellets of this musk inside in its intestines. И фактически источником этого запаха является железа, находящаяся внутри него самого. And the animal is always wondering, where is that smell coming from? И эти олени, они озадачены тем, откуда же исходит и разносится этот запах. It's looking everywhere. Where is? Смотрит повсюду вокруг. But it cannot understand actually the aroma is coming from within. Однако они не могут понять, что этот аромат исходит из них самих. In the same way, we are looking for happiness everywhere through the sense objects in this world. Точно так же мы с вами ищем счастье в этом мире через наши органы чувств. But there is real happiness within. We have to look within. We have to understand our spiritual nature. Однако мы должны заглянуть внутрь себя и понять свою духовную природу. Real happiness actually comes through the understanding our spiritual identity and our connection with the Supreme Lord. Итак, настоящее счастье приходит к нам, когда мы получаем опыт осознания своей духовной природы и нашей связи с Верховным Господом. So for this we need to be guided by the Vedas, the Vedic scripture. И для того, чтобы получить этот опыт, нам необходимо руководство Вед или Священное Писание. The leaves of the tree are described to be like Vedic hymns. Листья этого дерева описываются здесь как ведические гимны. A tree looks very beautiful on account of its leaves. The beauty of a tree is according to the leaves. The leaves make the tree look beautiful. А листья — это то, что делает дерево красивым или прекрасным. Мы оцениваем дерево по его листьям. We know in the autumn sometimes you will see the leaves on the tree become red and golden color. Как пример, осенью мы видим, как листва на дереве обретает желтый или золотой цвет, красный. So in the same way, the Vedic hymns, they're compared to leaves on this tree. Поэтому ведические гимны сравниваются с этими разноцветными листьями на вершине этого дерева. The Vedic hymns are just describing temporary pleasures. Ведические гимны описывают различные временные наслаждения. They're described to be like in Bhagavad Gita, Krishna says the flower. There are portions of the Vedas which are like a flower. Итак, описывается, что различные части или гимны Вед подобны цветам. They're describing
the pleasures of the material world. Которые описывают различные виды наслаждений в этом мире. Yeah, there is some pleasure there in the material world, but it is temporary. Есть, конечно же, следует признать какое-то наслаждение в этом мире, но оно всегда является временным. Actually, it's more of the illusion of pleasure than real. В большей степени это лишь некая иллюзия или пародия наслаждения. We do not know what is real pleasure. В действительности мы с вами не знаем, что есть настоящее наслаждение. We have to, first of all, understand our spiritual identity. И для этого нам необходимо осознать нашу духовную природу. So bhakti yoga is for awakening our spiritual consciousness. Итак, бхакти йога этот процесс предназначен для пробуждения нашего. Not just simply the pleasure of the senses. Бхакти йога предназначена не просто лишь для какого-то удовлетворения чувств. The pleasure of the senses that is available even for the animals which eat stool. Мы видим, что наслаждение доступно даже для животных, которые питаются испражнениями. Lord Rishabhdev was instructing his sons before retiring to the forest. Господь Ришабхадева до того, как уйти в лес, давал наставления своим сыновьям. Right. So he told his sons, my dear sons, do not just simply endeavor for material pleasure. That is available even for the hogs which eat stool. И он начинает свои наставления, обращенные к сыновьям, такими словами, что мои дорогие сыновья, не ищите наслаждения в этом мире, потому что они доступны даже тем животным, которые поедают испражнения. If you want to experience real pleasure, you have to first of all be willing to do a little austerity. Однако, если вы хотите найти действительно подлинное наслаждение, вы должны совершать аскезу. And so here also in the Bhagavad Gita, Lord Krishna is going to talk about how to get free of this tree of illusion. Итак, в этой главе Кришна будет говорить дальше о том, как выйти из-под влияния этого дерева, которое является иллюзией. To get free, there has to be detachment. Итак, для того, чтобы освободиться из-под его влияния, необходима отрешенность. And we can cultivate this detachment through knowledge. И необходимо отречение культивировать через развитие знания. So you see this. This final section of the Bhagavad Gita, chapter 13 up to 17 or 18, Lord Krishna is talking more about Jnana Yoga. Итак, в этом разделе, последнем Бхагавад Гиты, глава с 13 по 18, Кришна в большей степени говорит о Jnana Йоге. And how by this knowledge one can come to Bhakti Yoga. Как благодаря развитию знания человек может обратиться к процессу Right. We hear this knowledge, we will become inclined to take up bhakti yoga. Итак, обретая или получая это знание, мы получим склонность приступить к процессу бхакти йоги. Where there is actual devotion, there will be also gyan and vairagya. There will be both knowledge and detachment. Когда возникает или проявляется преданность, то вместе с ней также сопутствует знание и отречение. The example is given, just like when you eat food, a hungry man comes, and when he eats food, he will feel relief from hunger. Это точно так же, как человек очень голодный, начиная есть пищу, тотчас же чувствует насыщение и освобождение от чувства голода. Right. When you eat food, then you feel satisfaction, nourishment. Когда вы принимаете пищу, вы чувствуете удовлетворение, насыщение внутреннее. You feel strength in the body. Вы чувствуете, как вам возвращаются ваши силы. And you become detached after a while. You don't want, okay, enough, I've had enough. Постепенно у вас развивается чувство отречения. Ну все, хватит, наверное, достаточно, больше не хочу. Right? You reach a point where you're eating and say, okay, enough. Now I'm full, now I'm fully satisfied. Правда, это же так происходит, что принимая пищу, постепенно мы чувствуем все большую и большую непривязанность, свободу от этой пищи уже. In the same way, by performance of bhakti yoga, we will naturally become disinterested in material sense gratification. И точно так же, погружаясь в процесс бхакти-йоги, мы постепенно утратим интерес к материальному миру.
Where there is genuine devotion, there must also be detachment and knowledge. Итак, там, где есть подлинная преданность, там же проявляется знание и отречение. These things follow, just like eating. Эти вещи, естественно, следуют друг за другом, так же, как в примере с принятием пищи. You become satisfied. Мы обретаем удовлетворение. So in this way, Lord Krishna is giving us his knowledge to help us to get free from samsara, free from birth and death. Итак, Кришна дарует нам это знание для того, чтобы мы смогли обрести свободу и вырваться из этого круга самсары. Okay, any questions? Пожалуйста, ваши вопросы. Микрофон, да, Джичтани. Хари Кришна, у меня такой вопрос. Вы сказали, что мы не знаем, что такое наслаждение настоящее. Вот я хотел узнать, а до того, как мы попали в материальный мир, мы знали раньше? Maharaj, you said that really we don't know what is a true pleasure and happiness, but before we descended here into material world, did we know the real price of pleasure or real true happiness? Yes. Да. We did know, but you turned away from it. You were looking for some other pleasure. Да, мы знали это счастье, но сейчас мы отвернулись от него и ищем что-то другое. We became envious of Krishna. А у нас проявилась зависть к Кришне. We turned away from Krishna. Мы отвернулись от Кришны. We wanted to be the center. Мы хотим находиться в центре. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот мне немножко неясно, исходя из лекции, если мы служим своим близким, заботимся о них, заботимся о преданных и вообще, в принципе, о людях, получается, мы обуславливаемся. То есть я имею в виду то, что мы привязываемся, это становится объектом нашей любви, и мы привязываемся к этому. И вот у меня вопрос, как тогда мы можем действовать здесь? И это есть наставление веды, что мы должны заботиться о близких, да, то, что мы должны заботиться о людях, о преданных. Но если мы здесь привязываемся, как тогда мы должны действовать с позиции отрешенности? То есть, ну, то есть с одной стороны, мы должны действовать отрешенно, а с другой стороны, мы должны заботиться, что нас связывает. Вот. Итак, вопрос начинается с того, что веды утверждают, что мы должны заботиться о близких. So, Maharaj, your question is that Vedas conclude a state that we should take care about devotees, about our relatives, about somebody who are familiar with us. And from one side, they are object of our life, of our love, sorry, of they are object of our attachments. But from our side, you said that we should act with detachment. So how to combine these two things? From the one side, we should serve to them, we should dedicate ourselves to them, but from our side, we should be detached. Yes, we want to try to cultivate these relationships in Krishna consciousness. Да, конечно же, в сознании Кришны мы должны культивировать эти отношения. It's difficult that you know, we came to Krishna consciousness not directly, but, you know, later in life, or, you know, we're born in families who are not devotees. Очень часто бывает так, что, приходя в сознание Кришны, мы уже являемся взрослыми, мало кто с самого рождения оказывается уже в практике сознания Кришны. You may have your own family, and you may see that your own family are not devotees, but you have some duties to them.
Это тот случай, когда какие-то ваши родственники или члены семьи не являются преданными, однако у вас есть какие-то обязанности перед ними. And we're expected to fulfill these responsibilities. И предполагается, что мы должны исполнять эти наши обязанности перед ними. But as much as possible, you want to do it in Krishna consciousness. Насколько это возможно, это следует делать, придерживаясь рамок сознания Кришны. Taking care of different people, family members or friends and so on, we have to see them also as souls, part and parcel of Krishna. Итак, проявляя заботу к нашим родственникам, друзьям или близким, мы должны видеть их как неотъемлемых частичек Господа Кришны. Try to give them a little bit Krishna consciousness. Следует стараться подарить им какую-то толику опыта сознания Кришны. And so as devotees, we are people, we are person, we have a personal philosophy, and we have to have personal relationships. Итак, мы люди, являемся личностями, и у нас личностная философия, и, конечно же, нам нужны личностные отношения. We have to try to act on the platform of showing care and concern for others, and at the same time, keeping also our consciousness of Krishna. Итак, с одной стороны, мы должны проявлять заботу к этим окружающим, проявляя любовь и служение к ним, но в то же время все это должно находиться на платформе сознания Кришны. Seeing the suffering of the material world also helps us to understand the nature of this material energy. Когда мы видим страдания, которые приносит этот материальный мир, то к нам the nature of the material energy. Таким образом, мы начинаем понимать настоящую природу материального мира. Махарадж, she has certain controversy from one side. We should act from the other. We should be detached. Well, acting in Krishna consciousness is detachment. Итак, действие в сознании Кришны есть отрешенность. Detachment doesn't mean giving up the activity. Отречение не означает прекращение какой-либо деятельности. It means to give up the attachment to the result of the activity. Отречение означает отречение от плода или результата этой деятельности. We do the duty and at the same time offer the result to Krishna. Итак, мы исполняем наши обязанности, но результаты мы посвящаем Кришне. That is actual detachment. И это есть проявление настоящего отречения. Yeah, there is two kinds of detachment. One is artificial renunciation, where we give up everything. Итак, есть два вида отречения. Одно является искусственным, когда мы просто оставляем всякую деятельность. So we may claim, I'm detached, I'm not going to do this. И человек, к примеру, может воскликнуть, что «ну, я отрешен, я ничего не буду делать». That is artificial detachment. Но это является искусственным отречением. But we practice yukta vairagya, which is renunciation in relation to Krishna. Однако мы практикуем принцип yukta vairagya, который означает, что отречение в связи с Кришной. Doing everything as a service for Krishna. То есть мы стараемся делать все как служение Кришне. That is actual renunciation. И вот это уже является настоящим отречением. Arjuna was encouraged to fight. Арджуна вдохновляли сражаться. Arjuna was thinking, no, I shouldn't fight. I should go away from the battle. Однако он думал, я не буду сражаться, я лучше уйду отсюда с поля боя. But Krishna told him to do his duty in a detached manner. Однако Кришна говорил ему, исполнять свои обязанности, но в настроении отречения. Now you're not having to go to war. You're not going to kill your teacher or your grandfather. Ваша ситуация, вам не нужно отправляться на войну, убивать своего учителя или своего деда, свою бабушку. You think difficult to be detached? Look at Arjuna's situation. А вам гораздо легче культивировать отречение? Посмотрите на ситуацию с Арджуной. Arjuna's situation was much more difficult. Ситуация Арджуны была куда более трудной. But Krishna told him, you have to be detached.
attached. Однако Кришна его убеждал: ты должен делать это с отрешением. Right, do your duty and with detachment. Делай свое дело, но при этом будь отречен. So we cultivate this detachment we were hearing by knowledge. Итак, мы развиваем это самое отречение или культивируем его через обретение знания. Of course, you can also cultivate detachment directly simply by bhakti yoga. Однако можно напрямую развивать это качество, следуя процессу бхакти йоги. The more we are Krishna conscious, then the more we are detached from the result of our work. Чем больше мы находимся в сознании Кришны, тем в большей степени мы отречены от результатов деятельности. So you're having difficulty to be detached, you need to increase, you can either increase your knowledge or increase your bhakti. Итак, если вы чувствуете трудность с проявлением непривязанности, вам следует в большей степени культивировать знания либо преданность. How do we let go of all of these attachments? И как же отпустить все эти привязанности? You have to increase our attachment to Krishna. Необходимо усилить нашу привязанность к Кришне. We're not thinking of Krishna enough. Нам необходимо в достаточной степени думать о Кришне. You're not seeing Krishna in everyone. А нам следует видеть Кришну в каждом. We have to see that Krishna is there in the heart of every living entity. Мы должны стараться видеть, что Кришна находится в сердце каждого. Therefore, we have a duty to help them, to serve them. Это понимание тогда пронизывая наше служение или заботу о них поможет нам. Krishna has put you in a family, in a particular situation. He's given you these relationships. You have a responsibility. Итак, Кришна помещает нас в какую-то семью, у нас есть какое-то окружение и, соответственно, обязанности перед ними. You have to see how Krishna is behind everything. И мы должны думать о том, как Кришна проявляется через всех этих людей. Right. You know, our situation is not difficult. Look at Arjuna, it was much more difficult. Наша ситуация не так затруднительна. Еще раз посмотрите на случай с Арджуной. We think we have problems. Мы думаем, у меня проблемы. Yeah. Any other questions? У меня вопрос. Вот на пути бхакти, который мы все практикуем, требуется гораздо больше самоотдачи, да, чем в материальном мире, среди материалистов. То есть требуется жертвенность, какое-то самопожертвование. И у меня такой вопрос. Как избавиться от вот этого чувства желания независимости, которое глубоко сидит где-то в сердце? Вот, и иногда сам себя проявляешь таким образом, нет, что ли, разума понять многие свои ошибки, которые совершаешь, даже неосознанно и осознанно. Вот. И как это происходит? Избавление от чувства независимости, от желания независимости. Это делает Кришна, то есть это как анарха, он убивает этого демона. То есть нужно молиться, обращаться к нему. Либо это какие-то наши усилия. On the path of bhakti, we need a lot of dedication or devotion. His question is how to conquer our feeling or desire of independence. Is it Krishna helps us? He kills our false independence as like he kills some demons, it's some kind of anarcha, or we should make certain our individual efforts in a way to get free from our false independence. Yes. Generally, this is done by taking shelter of a spiritual teacher. Обычно это происходит благодаря принятию прибежища у духовного учителя. He will pull you by the ear. He will pull you by the ear. Pull? Pull you by the он, ear. Он вытащит вас за ваш за ухо. Yeah.
We need that association with the senior Vaishnavas. Нам необходимо общение с старшими преданными. To take away the false ego, to give up the independence. Которые помогут освободиться нам от этого ложного эго и ложной независимости. He will say, "You fool, you stupid rascal." Spiritual teacher. Yeah. Духовный учитель скажет: "Вы негодяй, вы глупец." Prabhupada says about his own spiritual master. Однажды Прабхупада рассказывал про своего духовного учителя. That he had many times he would simply say like that, "Stupid, fool, rascal." Его духовный учитель очень часто употреблял эти слова: мошенники, глупцы, негодяи. So that mercy coming from the senior Vaishnavas that helps to take away this false ego. Итак, милость приходит к нам через старших вайшнавов, это то, что помогает нам освободиться от этих влияний. This is the sweetness of the relationship with the Vaishnavas. А в этом проявляется сладость отношений с вайшнавами. Said the father should not praise the son. Praise? The father will not praise. He will not give praise to the son. Итак, отец обычно не восхваляет своего сына. He will find the fault. Он находит какой-то недостаток. It's the duty of the father to find the fault. Обязанностью отца указывать на ошибки. So the senior Vaishnavas are merciful that they find the fault. Итак, старшие вайшнавы, они милостивы в том, что указывают на наши недостатки. And that helps us to give up our false ego. Это помогает нам в конце концов освободиться от нашего ложного эго. To give up our independence. Это помогает нам избавиться от ложной независимости. We have some independence. We have tiny independence. У нас есть некоторая крошечная независимость. What is our independence? И в чем же она проявляется? We can either surrender to Krishna or Maya. Мы можем обратиться и предаться либо Кришне, либо Майе. That's our independence. В этом проявляется наша. If you surrender to Krishna, then you're controlled by Krishna. И если вы предаетесь Кришне, то вы попадаете под его руководство. You're controlled by Krishna or Krishna's representatives. А вы теперь попадаете под влияние его представителей. And you surrender to Maya, you're controlled by the modes of passion and ignorance. И если вы предаетесь материальной природе, то теперь вами властвуют гуны материальной природы. We're always controlled. Мы всегда кем-то управляемы. But we have the choice to be controlled by Krishna or by Maya. Но у нас есть вот этот самый выбор: либо нами будет управлять Кришна, либо Майя. So you have to reflect on that in your independence. Поэтому вы можете поразмышлять над этой темой с независимостью. Спасибо, Хари Кришна. Yes. Hare Krishna Maharaj. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, у свиньи у нее 24 рецептора чувств, у собаки сильное обоняние, у сокола сильное зрение. У человека самые слабые органы чувств на самом деле. Он не может ими наслаждаться в полной мере, так как наслаждаются, допустим, те дживы, которые в теле там животных. Птиц, насекомых. И вот из этого следует вопрос. Контроль чувств для человека – это награда, привилегия или это аскеза по большей мере, которая приводит к освобождению? А давайте по частям теперь будем переводить. Можете про свинью и 24 рецептора еще раз? Чтобы... Давайте я по частям буду. По частям? Хорошо. Проще тогда, короче будет вопрос. Не, вы можете повторить, нормально. Можем повторить на бис, хорошо. У свиньи у нее 24 рецептора чувств, которые она может наслаждаться. У собаки сильное осязание, у сокола зрение. Стоп. So, pig has 24 receptors for sensitive organs.
А дальше после свиньи кто? Собака. Собака, у нее обоняние сильное. Dog has a good, strong smell feeling. Ага, дальше. У сокола зрение. Hawk has a very strong eyes. Eyesight. Ну и так далее. Улитка может наслаждаться от совокупления больше, чем человек. Не знаю, как перевести это. Ну вот, в чем дело. Почему тогда человек должен контролировать свои чувства, хотя они ему даны, и контроль этих чувств приводит к освобождению посредством аскезы? Так. Вот. Либо это является благословением, вы говорите. Либо это является наградой, да, для живого существа. То есть для человека, по большей мере, контроль чувств приводит к освобождению. Но и также он наделен... Я понял, вот теперь я понял. So, he listed these different examples with animals who has very strong ability to see and etc. But we see that generally human beings having five general senses have not so strong pronounced abilities like hawk, like dog, etc. So from the one side, our senses or ability to sense they are slower, they are not so strong. So is it a certain blessing which we have, or maybe he's thinking that making austerity or controlling our senses, sense activity, we get certain benefits, but from the other side we see that one who has strong feeling or strong senses also gives or certain benefits, ability to see very far and et cetera, et cetera. So what is real benefit, strong senses or weak senses as human beings? Yes. So from this we can understand more of the purpose of human life. Итак, исходя из вот того, о чем вы сказали, мы можем понять, в чем является предназначение человеческой жизни. We cannot eat like the pig. Мы не можем есть столько, сколько есть свинья. Right? And we don't have the ability to defend like a dog or a lion or tiger. Мы не можем сражаться или гавкаться как собака. We're very limited in our sense powers. Мы очень ограничены в нашей силе чувств. So from this we can understand human life is not meant just for living like an animal. Итак, из всего этого мы можем понять одну вещь, что человеческая жизнь не предназначена для того, чем занимаются животные. The animals eat, sleep, mate, and defend. Животные, мы видим, они едят, спят, защищаются, совокупляются. Human life is not meant just simply for those four activities. Но человеческая жизнь выходит за рамки просто этих четырех потребностей. Human life has special facility that we can understand what is matter and what is spirit. Итак, у человеческой жизни есть более высшее предназначение. Это способность понять, что есть дух, а что есть материя. We can inquire, who am I? Why am I here? Where am I going after I leave this body? Мы можем задавать вопросы и вопрошать, кто я, куда я иду и куда я отправлюсь в следующей жизни после смерти этого тела. When we use the human life properly, then we will study Vedic scriptures. Итак, если мы используем нашу жизнь правильным образом, когда изучаем ведические Vedanta Sutra, Vedanta Sutra begins by saying atato, now. Meaning, now we're a human being. Now we can understand atato, brahma jignasa. Now we can understand what is brahman and what is matter. Итак, Веданта Сутра начинается со слов атхато, брахма джигьяса. Атхато означает, что именно сейчас, здесь мы, люди, можем начать процесс познания брахмана. And if we don't use the opportunity of the human life, then we're animal. We are described as
двіпада пашу, a two-legged animal. Однако, если мы не используем данное нам предназначение как людям, то в таком случае человек сравнивается с двипада пашу, двуногое животное. So you've made a very good point. Итак, вы затронули очень хороший вопрос. That animals are certainly better than us at eating and sleeping and mating and defending. Мы видим, что животные действительно превосходят нас в этих вопросах сна, еды, обороны и совокупления. And it's meant to be like that because human life is not meant simply for these things. Их жизнь, она, собственно, создана для этого, но человеческая жизнь нет. But the animals don't have the intelligence to understand the Vedas. Животным нет необходимости иметь разум для того, чтобы понять Веды. The animals cannot inquire about the goal of life. Они не могут задавать вопросы о смысле жизни. And if we don't do it, then we've wasted the human form of life. Однако, если мы точно так же делаем, то мы просто попусту тратим нашу человеческую жизнь. We wasted the human life just to imitate the activities of animals. Мы тратим человеческую жизнь и просто имитируем, повторяем жизнь этих самых животных. And the result is, in the next life, you become an animal. Что происходит в следующей жизни? Мы получаем тело этих животных. You want to live like a pig, eat like a pig, then next life you get the pig body. Если кто-то хочет жить как свинья, наслаждаясь едой, то в следующей жизни он получит это тело. So facilities are there according to the individual's desire. Итак, возможности даруются живому существу в связи с его личными желаниями. Human life is certainly an opportunity. It's rare. И человеческая жизнь дает эту редкую возможность нам. There are 8,400,000 species of life, and only 400,000 are human species. Всего есть 8,400,000 видов жизни, и всего лишь 400,000 из них это человеческие формы. So we're very fortunate to have the human body. Итак, нам с вами очень сильно повезло, что мы имеем тело человека. And even more fortunate are those in the human body who have the opportunity to associate with devotees. Однако еще больше повезло тем людям, которые имеют возможность получать общение. Because in the association of devotees, they can cultivate consciousness of Krishna. Потому что благодаря такому общению с преданными мы можем развить в себе сознание Кришны. Does that make sense? Я отвечаю на ваш вопрос. Okay. Yes. Махарадж, so, а вот time. Хари Кришна. Хорошо. Вопрос такой: если человек, если мы явились в форме человеческого тела, то мы по определению имеем разум. То почему-то не все люди осознают себя, и почему не все люди приходят к тому, к чему мы пришли? Вот ты ему говоришь, а он как будто он ничего не понимает. Почему? И раз уж мы в человеческом теле, значит, естественно, разум есть. Uh-huh. Почему не все люди понимают этого? So, Maharaj, if a human being or human form has or possess a smart or intelligence, essentially, so why not all people, when we are talking with them about topics of Krishna consciousness, accept or understand that? If all people have intelligence, why not all accept these smart ideas? Yeah, that's their karma. Это происходит вследствие их кармы. Because they have a past tendency towards sinful activities. Из их прошлого тянутся склонности к греховной деятельности. And it may take away their tendency to understand higher knowledge. Это уводит их от этой возможности понять духовное знание. But still, association with devotees can be very powerful. It can change even the most sinful people. Однако все же общение с преданными является очень могущественным и может повлиять даже на очень греховных закоренелых людей. So there are examples of, you know, sinful people, hunters and very degraded people, how they have become changed just by a moment's association with devotees.
Есть примеры различных людей, к примеру, охотников, вот таких уже опустившихся личностей, которые вследствие такого общения отступали от своей жизни. But not in every case. Not every case, not every time. Так происходит не в каждом, конечно же, случае, не всегда. Sometimes Krishna allows even the sinful person to take up Krishna consciousness. Но Кришна устраивает такие случаи, когда даже очень греховная личность обращается к сознанию Кришны. Just like you can bring a horse to water, you can bring it in front of a big bucket of water, but you cannot make the horse drink. Это пример, что вы можете подвести лошадь к водопою или к какой-то чаше с водой, но вы не можете заставить ее напиться. The horse has to want to drink. Она сама должна хотеть пить. So in the same way, we can present Krishna consciousness to people, but they may not accept. Точно так же мы должны представлять, мы можем представлять сознание Кришны другим людям, но они могут и не принять его. As I said, we have independence, we have free will. Это как мы только что говорили, что у нас есть свободная воля, это самая независимость. Somebody wants to accept Maya. They don't want Krishna. Кто-то хочет принять, выбрать Майю и отвергнуть Кришну. One time in London, Srila Prabhupada was preaching, and a young man was coming, and he was arguing constantly. What everything Prabhupada would say, he would argue about it. Однажды, когда Шрила Прабхупада находился в Лондоне и давал лекцию, там был один молодой человек, который постоянно задавал вопросы, спорил, бросал какие-то вызовы. Everything. Prabhupada would give many different arguments, one after another, defeating him, but the man kept arguing and arguing. Prabhupada говорил множество, приводил множество доводов, аргументов, однако, чтобы не звучало, этот человек оставался на своем. And Prabhupada kept preaching, and the man kept arguing. Prabhupada продолжал проповедовать и объяснять, однако, тот спорил дальше и дальше. But the next day, Prabhupada had gone for a morning walk, and he came back after the morning walk, and he passed the temple room, and he saw in the temple room, this man was in the temple room chanting and dancing with the devotees. На следующий день Прабхупада, вернувшись с утренней прогулки, зашел в храмовую комнату и увидел в ней того самого вчерашнего человека, который вместе с преданными повторял уже Махамантру. So Srila Prabhupada said to the devotees, he said, you see, this is the power of Lord Chaitanya's movement. Прабхупада обратился к преданным и сказал: "Посмотрите, это могущество движения Господа Чайтаньи." If you present philosophy to people, they will simply argue. Если вы будете представлять философию людям, они могут просто спорить. Because it's Kali Yuga, people like it's their nature to argue. А такова Кали Юга, люди склонны, естественно, к спорам. Therefore, Lord Chaitanya came and taught everyone, just chant the holy name. Поэтому Господь Чайтанья пришел в эту эпоху и вдохновил всех просто воспевать святое имя. And in this way, everyone gets some mercy from Krishna. И благодаря такому способу каждый может обрести милость сознания Кришны. Okay. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Преданные, сейчас можете подходить за просадом к Махараджу. Okay.